Министры финансов стран G20 поддерживают введение минимальной ставки глобального налога на прибыль корпораций в размере 15% и будут стремиться урегулировать оставшиеся вопросы в рамках договоренности к октябрю, говорится в проекте совместного коммунике группы. Цель нововведения – положить конец ситуации, когда крупные IT-корпорации, такие как Apple, Google или Amazon, платят налог только по месту своей регистрации, но не в тех странах, где они получают доход. Это ведет к тому, что многие компании регистрируют штаб-квартиры в странах с более низкими налоговыми ставками. Ожидается, что заявление по этому вопросу министр финансов и управляющий центральных банков G20 опубликует по итогам встречи в Венеции, которая стартовала сегодня и должна завершиться в субботу. Идею о его введении уже поддержали официальные представители 130 стран, включая все государства Большой Двадцатки. Против изменений уже выступили 9 стран. Эксперты считают, что рано или поздно другим странам придется смириться и все же принять новый налоговый закон. Поспособствует же этому Организация экономического сотрудничества и развития или Международный валютный фонд.